Талант не знает границ. Выставка, прошедшая в Таразе, тому доказательство. Все представленные на обозрении удивительные работы выполнены людьми с повышенными потребностями. Наша редакция познакомилась с работами мастеров, обладающих уникальными талантами. В нашем регионе для людей из социально уязвимых групп создаются все необходимые условия. В прошлом году начал свою работу Жамбылский областной реабилитационный центр, который сегодня предоставляет качественные услуги и создает все условия для своих услугополучателей. Цель нашей выставки – это вот, показать творческий потенциал этих людей, потому что люди с инвалидностью – это люди-оптимисты, которые могут радоваться каждой мелочи жизни и воспринимают жизнь именно так, вот, как она на самом деле есть. На этой выставке вы можете посмотреть различные работы, такие как, например, картина по номерам, работа вот именно с глиной, с мелким бисером, с крупным бисером. На выставке, расположенной в этнокультурном комплексе «Древний Тарас», представлены не только традиционные экспонаты, но и завораживающие картины, произведения искусства из бумаги, вязаные изделия, а также изделия из бисера и бусин. Все экспонаты можно не только осмотреть, но и приобрести по доступным ценам. Удивительные работы выполнены с большим мастерством. Жамбылский реабилитационный центр проводит сегодня вот такую выставку, чтобы те, кто здесь получает услуги, могли проявить свое творчество. И это все создано под руководством специалистов центров, которые нас научили. Люди с повышенными потребностями получают возможность не только учиться создавать произведения искусства, но и зарабатывать. Собранные с выставки средства будут направлены на общие интересы сообщества. Мадияр Салыков, Айыл Мухаммадхызы, Канат Бахытұлы, Айқын Ақпарат.